Украине в самом разгаре внешне независимое оценивание. Сегодня выпускников проверили на знание украинского языка и литературы. Как к тесту готовились школьники из Донецкой и Луганской областей, расскажут наши корреспонденты. 11,5 тысяч выпускников из Донецкой области прошли сегодня тест на знание украинского языка и литературы. Перед началом ВНО обязательная для всех процедура – измерение температуры. У тех, кто волнуется, она даже ниже нормы. 37. В этом пункте тестирования в основном выпускники из Мариуполя, Володарского района и ближайших к городу сел и поселков. В 15 аудиториях разместили 225 участников. Каждый будет сидеть на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Места именные. Мы отримали и антисептики, и маски, и приборы для термометрии. Все у нас в достатньом количестве. Мы готовы. На тест по украинскому языку дали 3 часа. Ну, мы готовились очень сложно. Целых 2 месяца сидели без передыху. Вот каждые 3 секунды просто сидел, вспоминал книгу по украинскому и литературе, да. Я разные тесты проходила, пробные смотрела, но вроде было не особо сложное прям. А другие тесты я проходила на 153 тоже где-то, 152 вроде. Ну, это, конечно, с подглядками иногда, там и с интернетом, не знаю. 29-я школа – единственная в Мариуполе, где дистанционно обучают детей из неподконтрольной Киеву части Донецкой области. В этом году аттестаты украинского образца получат 80 таких выпускников. Однако приехать на тестирование в Мариуполь смогли лишь 12 человек. Решту мы перенесли на додатковую сессию. Сподіваємось, що вони доїдуть на період додаткової сесії. Це з 24 липня додаткова сесія буде. Более 6 тысяч учеников сегодня сдают внешнее независимое оценивание на Луганщине. Из них 369 – дети из неподконтрольных Украине территорий. Процедура пропуска в аудитории здесь стандартная. Діти повинні бути всі в масках, обов'язково всі інструктори, старші інструктори, чергові, весь персонал повинен бути в масках. В обов'язковому випадку всі проходять скринінг температурний, обробка санітайзером рук. Якщо буде зафіксовано підвищену температуру, то дитина не допускається до проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Це є поважною причиною. І потім в установленому порядку вона подає заявку на проходження на додаткову сесію. Кирилл хочет в будущем стать криминалистом. К экзамену по украинскому языку готовился 3 месяца. Сегодня, говорит, самое трудное – высидеть 3 часа в маске. Уперто прям сидели, учили, маски заставили одевать. Но оно просто неудобно, оно жарко. Еще плюс погода сегодня, плюс 33, говорили. В Луганской области работает 26 пунктов тестирования. Наймассовейший испыт и наймассовейшее зовнішнє незалежное оценивание украинской мовы и литературы. У нас сегодня працює в Луганской области 26 пунктов тестирования. Зареєструвалося 6001 особа на украинскую мову и литературу. Территории, которые не подконтрольны украинской владе, то у нас таких 369. Серед них 329 осіб – это выпускники этого года, а інші це выпускники минулих років. Те, кто не успел приехать на основное тестирование, все равно смогут принять в нем участие. Дополнительная сессия пройдет с 24 июля по 10 августа. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Мариуполь, Северодонецк, «Твой дом».